это производители, это одна часть. Это чьи? Бренд шведский. Шведский. Да, бренд шведский. А сколько палочка стоит? Палочка. Палка порядка 40 тысяч. В розницу. Да. Ну, разница. Ну, а, нехило. Приближаемся к стенду сибирского медведя, Сибир. Вот, сейчас посмотрим подсечники, которые я уже раньше показывал. Посмотрим, тут у них есть новиночки, палочки интересные, быстрого строя под джиг, под твичи, под какие-то углерочки, под вертушки, под колебалочки, вот, с интересным дизайном. Кое-что есть у них из новинок, это по крючкам, для тех, кто там на сеты, на малька, под малька есть интересные крючочки. Ну и так посмотрим, что у них еще появилось. Здравствуйте, у нас появились свои крючки под торговой маркой Мисага. Пока ассортимент не очень широкий, но зато стараемся в качество. То есть есть одинарники на удлиненном цевье в трех вариантах толщины проволоки и размеров. Это, Денис, получается под малька, правильно? Под малька, да. Вот кому налим, сом. Вот это у нас очень популярная серия на судака, на малька. Вот есть любители потолще, а есть вот для любителей потоньше, совсем нежные ловли. Они, я смотрю, в принципе, с этими, да? С бейтхолдерами, да. С бейтхолдерами. Что малек соскакивал. Да. Две линейки офсетных. То есть большие, крупные, с толстой проволоки. Размер от 1 ноля до 7 нолей. И есть с тонкой проволоки небольших размеров. То есть они начинаются с 8 до 3 нолей. То есть потолще, есть потолще. Да. Вот, на стандартную резину, на судака, допустим, очень хороший вариант. Очень хорошо пробивает его тонкой проволокой. Качество хорошее? Да. Да. Мы делаем их на заводе в Корее. То есть это корейские, да? Да. Так, есть вот потолще варианты и потолще. Так, сейчас начинаем расширять серию карповых крючочков. То есть, чтобы людям было виднее. Пока их два варианта. Поудачненько. Я покажу маленькую. Ну, сазанчика нормально тоже. Да, да. Вот, в принципе, вот первую десяточку показывал и под карасиков сама то. Стандартные крючочки. Тем же фидеристом, поплавочником. В том году у вас не было таких, да? Нет, еще не было. Вот только-только планировали, запускали, разрабатывали все. В этом году вот первые образцы приехали. Будем дальше развивать. Прошлогодний самый популярный у нас шнур был Ханзаки, восьмижильный. Теперь мы будем расширять линейку, добавим по большим просьбам, по большому количеству просьб, диаметр 2.0. Я еще у вас, значит, обнаружил интересные палочки. Палочки да. Под... Да, у нас две новых палочки для любителей джига. Thunderstack.
и Blixer. В принципе, это одинаковые палки. Основное отличие у них идет маленькое в покраске и в самом катушкодержателе. Есть для любителей передней гайки катушкодержателя и для любителей задней гайки катушкодержателя. Для капризных. Да, да, да. Бланки абсолютно идентичные. А бланки такого быстрого строя, да? Быстрого строя. Выпускается нескольких в тестовках до 8 грамм, до 14 грамм, до 25 и до 35. То есть ульки идут в размере до 2 метров. Лайтовые 2.10, 2.40, а медиум и медиум лайт 2.10, 2.40, 2.70. Палочки очень легкие. Да, все оснащены кольцами с противозахлестной конструкцией. А фурнитура? Фурнитура здесь китайская. То есть честно, откровенно, да? Да, да, да. Качество не хуже пока. Сколько стоимость? До 3500. Против? Да. Ну, отлично цена, я думаю, зайдет. Да. Дизайн мне очень понравился, очень обычная ручка и, ну, как бы, довольно-таки удобно держать. Mm-hmm. Эти палочки, на самом деле, с тестом, по-моему, это до 18 грамм, да? А это 10.35 как раз. А, 10.35. А вот это 3.18. 3.18. Ну, вот, в принципе, вот джиг и, допустим, покидать или какой-нибудь совсем прям легкий джиг до 18 грамм, или, допустим, углерочки погонять, может быть, даже от водной там, я думаю. Вот. И вот. 35 грамм, в принципе, вариант тоже интересный. Небольшая линейка воблеров у ребят. Очень Денис хвалит по ночному судаку. По ночному судаку. Я вот взял тоже на пробу по его рекомендации, посмотрю, что как будет ловить. Ну, прям вот цвета тоже интересные. То есть вот летний вариант 120-й. И для осеннего судака, когда он уже по крупнику идет, 150-е. Насколько заглубляется? 0,8. Есть малыши неплохие по головчику, по жереху, по пушке. Здесь, кстати, совсем микробы. Совсем по, маленькие. По куньку, по травянке, по шнуркам погонять. Езя, конечно, на них не ловил. Не долетают у меня. Так, ну и, наверное, пробежимся мы с тобой еще раз по... Да, пойдем. Покажу тебе, расскажу новинки, которые мы ждем в этом году. А, где у нас? Это у нас самый популярный пацак по продажам прошлого года. Пеликан, да? Да, пеликан, элашка. Многие просили маленько увеличить рукоятку. Да, то есть чуть позже, наверное, через месяц-полтора появится в продаже версия с удлиненной ручкой. Она будет длиннее на 40 сантиметров. Огонь. Да. Так что, через большой борт будет удобнее работать. У тебя и удлиненный вариант, который я тоже в том году уже на воде протестил. Это с раскладной ручкой. Сейчас я тоже вам покажу. Да, это у нас серия Кукабара. Да. То есть, в принципе, можно. То есть, если работаете в одного, или, допустим, ловите того же самого сезона, или там с водки судака щупы, то вариант удлиненной ручки прям огонь. Ну, в сложенном состоянии, в принципе, в любое место можно пристроить. В тот же кокпит лодки. Также у ребят появились новинки, это катушки разноплановые, лайтовые, джиговые, карповые серии. Есть тяжелые прям варианты такие громадные. Для фидеристов новая модель. Фидерные катушки интересные, говорят. Фидер Pro в двух размерах. Но это прям новинки, на воде еще даже не было, да? Да, еще не было. Ценовой диапазон данных катушек, где-то говорят, до 4,5, до 5 тысяч рублей.
То есть и дешевле. То есть самая дешевая катушка, Денис, это какая? Это получается вот эта рыжика, да? Самая вот эта Сейта, блин, да. Сейчас я вижу. До 2000 рублей ценник. До 2000 рублей? Это розница, да? Да, это розничный ценник. Конечно. Ну вот, для тех, кто, в принципе, ищет бюджет, пожалуйста. Говорят, до 2000 рублей. Взял я, ребятушки, попробовать по судаку, по щуке. Такие интересные тематики. Головлиная тема, окуневая тема. Попробуем. Как забираете? Я один стол взял. Палочки попробовать. Будем их тестить сезон. Посмотрим. Палочки мне реальные по дизайну понравились. И по бланку понравились. Посмотрим, как они будут работать именно уже на воде. Все, друзья мои. Ну, а мы двигаем дальше. Высота большая. Нам еще надо, как говорится, батарейку сэкономить. Погнали дальше. Друзья мои, мы на стенде Акума. Здесь у них представлено и Акума, и ВМС, и Рапала, и Шторм. Что-то еще, по-моему, есть интересное. Сейчас посмотрим, что нам расскажут про палочки и про катушечки. Итак, друзья, мы на стенде Акума. Представитель Василий от данной компании. Сейчас он нам немного вкратце расскажет о мультипликаторных катушках, которыми пользуюсь я уже не первый сезон. Какие-то другие катушечки покажет, вот, что-то интересное о них вкратце расскажет. И затронем еще, может быть, какие-то там безэмоционные катушки там под джиг, под какой-то лайт, вот на эту тему. И, возможно, сейчас двинемся, посмотрим еще палочки акумовские, бигбейты. Итак, Василий, расскажи. Да, ну вот для аудитории Ильи, которая там целевая аудитория, это там ловля на троллинг, у нас одна из самых популярных катушек — это Магда. С прошлого года Магда стала спектрическим счетчиком лески. До этого были футовые счетчики лески, с прошлого года это уже метрические счетчики лески. В метрах, да? В метрах, да, идут. И в 20-м размере она хорошо лежит в руке, она стала более обтекаемой, более такой эргономичной и стала, ну, полегче. Полегче даже, да. Вот. Ну и есть, естественно, мы представляем такие. Ну, давай ее покажем, да, наверное. Да? Вот. Метрический счетчик лески. Есть кликер, чтобы было погромче. Вот. То есть трещотку такая. Трещотка, да. То есть можно использовать на троллинг и для ловли, допустим, сама. На какие-то донные снасти. Ну вот мы также представляем на этой выставке катушку Комодо. Это такие уже, скажем так, тоже популярные, завоевали популярность наших рыболовов, особенно кто ловит на троллинг. Да, секунду, смотри, короче, вес данной катушки у нас какой получается? Вес 366 грамм. 366 грамм и нагрузка на фрикцион 6 килограмм. Да. Вот для сравнения, Комодо СС уже с нагрузкой 14, по-моему, да, или сколько, 11? Большая 14, поменьше 11. Да, это 300-я серия, это, да? Это, да, 300-я, 364-я. 364, да. И здесь полностью металлическая рама, она жесткая, то есть позволяет выдерживать большие нагрузки во время ловли, во время вываживания. То есть, и так как это такая переходная модель между бочонком и мыльницей, то есть это не совсем мыльница, все. Мыльница там еще легче, да?
то она очень хорошо лежит в руке. Но да, при этом не теряет своей мощности. Да, очень удобно. Низкопрофильные катушки, на которые давно уже перешел, с бочонкой. Да? Вот раньше были бочата, они вот такие вот были громоздкие, как бы, такие какие-то вот, ну, реально крупные, да, такие, да, да, большие, не очень удобно, перевес. Сейчас вот 20-я серия, в принципе, довольно-таки стала такая, опять же, более, ну, как бы, более маленькая, более удобная. Эргономика стала. Да. Вот. 400-я серия, 400-я Комодо СС, немного в руке лежит, как бы, ну, менее удобно, как бы, да, вот если ее так вот брать. Но все равно, как бы, довольно-таки по сравнению с такими с большими 400-ми, грубо там, 30-ми сериями, там, или там даже 20-ми более, как бы, старыми вариантами, лежит низкопрофильные катушки очень удобно в руке. Я об этом говорил неоднократно. Вот это вот 400-я серия с нагрузкой 14 килограмм на фрикцион. Да. Ну и уже, как бы, ну, нужно понимать, что эта катушка больше для ловли либо троллингом, либо сама, либо на заброс крупные приманки. То есть бигбейты. Ну, они изначально сделаны под бигбейты, да, под жерки. Ну, а пришло, как бы, мы уже используем их под троллинг. Ну, есть также маленькие, да, катушки для любителей кастинга. Наверняка кто-то, может быть, у кого-то будет интерес, то есть какие-то, да? Под что они рассчитаны? Нагрузки у них на фрикцион, да, 5-9 килограмм? 5-9 килограмм, но, в принципе, заброс приманок, скажем так, до 30 грамм. То есть классический мультипликатор, мыльница до 30 грамм, вполне потянут. Есть, мы также представили новинку Хакая этого года. Какая еще раз? Хакая. Это вот Скорпио, а рядом есть Хакай стоит. Она сделана для ловли мелкими приманками. Совсем малая, для заброс, да? Для заброса совсем легких приманок. Здесь магнитный тормоз стоит, подтормаживатель. То есть она, вес у нее 167 грамм, но она довольно-таки мощная, надежная, 5 килограммов фрикцион. Вполне хватает для ловли там. Хищника среднего размера, байткастинговые снасти. Так, ну и что у тебя? Может, новинки еще есть по джигам, по каким-то, по мясорубкам? Да, по мясорубкам, по безнарционным катушкам мы представляем 4 модели в этом году. То есть это именно модели 24 года, переработанная Inspira, новый ITX легкий, хидерная серия Invicta. И катушки, скажем, такие базовые с точки зрения цены, это Seymar. Seymar стоит где-то порядка 6500, Invicta там 12-13 тысяч в зависимости от размера, ITX 19-20 и Inspire где-то 13-14. Но надо сказать, что у ITX вес 188 грамм. Это такой хороший вес. Это размер 2,5, да? Тысячник. А тысячник, да? Тысячник. Тысячник, но он 3 килограмма на фрикцион, 188 грамм, карбоновая рукоятка, полностью облегченный корпус. То есть такая... То есть головлиная какая-то, форелевая тематика, да? Форелевая тематика, да-да-да. Но, несмотря на это, корпус имеет усиление, то есть она мощная с точки зрения работы такой, даже с крупной рыбы, там 2-3 килограмма, ее не перекашивает, и у вас всегда будет снасть находиться в таком рабочем состоянии. Вообще, как бы, ты вот, сейчас, ну, озвучил от 6 до там 18 тысяч, по-моему, да? Ну, до 19. До 19. Но есть еще и акумы совсем бюджетные, да, варианты, как бы, там, в пределах там 2-3 тысяч. Есть, да, да, конечно, бюджетные варианты. Это Аларис, довольно популярная катушка. Там она порядка 4,5 тысяч. Здесь 8 килограмм. Данный это размер 40-ка, это где-то примерно 4-тысячник, если брать такую, ну, в тысячных классификациях. Ну, для начинающих, допустим, джигом ловить вполне нормально, как бы. Да, 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 вполне. Не развалится, чтобы освоить. Не, сразу не развалится. То есть это, в принципе, мы предоставляем двухлетнюю гарантию на наш товар. И у нас есть большой парк запчастей. Люди тюнят катушки, улучшают, где-то там меняют втулки на подшипники, то есть катушки становятся более такими мощными. Это у вас можно сделать, как это оформляется, где-то на сайте на вашем? Наши дилеры представляют на своих сайтах, в своих магазинах, там можно купить эти запчасти. Угу. По поводу гарантии обращаться тоже к ним, да? По поводу гарантии это уже не к нам в нормах обращаются, люди на нашем сайте
регистрируют товар или по QR-коду, или на сайте. То есть, уже... как купил, надо сначала зарегистрировать, да? Лучше, да, зарегистрировать, а вдруг, если гарантийный случай какой-то приходит, то уже обращаются. Но мы третий год сейчас представляем Акуму, у нас гарантийных случаев в процентном выражении минимально. То есть продажи большие, брак, естественно, есть, это производство, вот, но процент брака очень маленький. Ну хорошо, отлично. Продукция. Расскажи еще, как бы я вижу эту катушку интересная, 13, от компании 13 Fishing. Ценник у нее такой прям совсем не гуманный, 40 тысяч рубликов, да? А даже есть 46, вот, там 31 тысяча рублей. Что это за такие за машинки? Это тоже катушки, у них есть, ну то есть у всех мультипликаторов, так же как и у безнарционок, есть свои размеры. То есть размер двушка, это трешки. У Комода тоже есть двушка, трешка, четверка. Угу. Вот это трешка. То есть это самый большой у них размер? Да, это самый большой размер, это катушка для ловли на бигбейты. А особенностью данной катушки TX3 является то, что здесь стоят так называемые керамические подшипники, то есть они не убиваются практически, и у них очень хороший ход. Вот, и вот эта катушка сделана для ловли на бигбейт, и можно троллить в принципе тоже, но основное предназначение все-таки бигбейт. И она не такая тяжелая, то есть это 279 грамм. По сравнению с Комодой? С Комодой 400. 400 это какая? 400 это 300. 300, 300 это 310. 310, а это? А это 279. То есть она там на 20 грамм легче, но здесь все равно рама металлическая, рукоятка мощная, силовая, комплект еще одна идет, более и нагрузка на фрикцион здесь, смотрю, 18 килограмм. 18 килограмм, да. Это мощь. Здесь очень мощный, это серьезно, да. Мощный фрикцион для ловли именно вот очень крупной. Да. Для тех, у кого есть, как говорится, лишние деньги, кто может себе позволить качественную вещь, 13 Fishing, конечно, это огонь. Да. Как модель еще раз называется? Это модель TX3 в кастинговом варианте, и еще есть модель A3. А чем они отличаются? Здесь стоят, как я говорил, керамические подшипники, здесь стоят классические обычные подшипники. Угу. Металлические. То есть лучше, в принципе, вот это, да? На 6 тысяч рублей подороже. Скажем так, заброс будет более качественный. Заброс будет более качественный, меньше перебежек, и шары керамические ходят дольше. Они керамические? Здесь, смотрите. Так, значит, палочки. Сколько я уже ловлю? Наверное, сезона 2. Значит, Guide Select от Акумы. Модель Big Bait до 190 и, по-моему, до 140 грамм. Две палочки я вот у ребят брал, тестировал, ловлю на них с удовольствием. Они полуторачастники, ручка отдельно снимается. В привозке, в принципе, как бы, ну, немного длинновато, но не критично. В принципе, тубусы можно подобрать или просто положить, скажем, в машину, если машина позволяет. Вот, я перевожу их в машине на заднем сиденье. То есть они вполне так нормально наложатся. Вот, при желании можно в тубус и перевозить их в прицепе, там, не знаю, там, в лодке или где-то еще. Вот, давай сюда поближе немножко. Вот. В принципе, я говорю, рассказывать-то, показывать, наверное, я не знаю, вот, может быть, что-то там про ТХ, опять же, скажешь, там про карбон, не знаю, что, какие-то интересные вещи, которые я так не расскажу. Здесь, в принципе, хорошее соотношение цены и качества в том отношении, что здесь хороший карбон стоит, 30-40, то есть такие миксы, как правило, Комель 30-х, из 40-го, есть модели, где наоборот, есть где просто из 40-го, ну, в зависимости от длины, от размеров. Удилище получилось очень легким, звонким. Да, здесь стоит фужевский... Фуджевские держаки, катушка держателя, все и спиннинговым, и в кастинговом исполнении. И кольца Seaguide, это вот такие известные в мире кольца, очень качественные, с качественной фурнитурой. А цена этих удилищ там 12-13 тысяч. То есть, скажем так, в этом ценовом диапазоне на этих кольцах и на таком граффити сейчас на рынке предложений не очень много. Нет, палочка реально, повторюсь, как бы это не то, что реклама, сам с удовольствием ловлю. Палочка очень достойная, имеет большой запас прочности. Думаю, что вполне справится с любым самом, с любой какой-то другой мощной хищной рыбой. Вот. И, допустим, до 140 грамм палочку можно использовать на удобном без течения. Вполне справляется с маленькими приманочками, нормально протаскивает. И в то же время довольно-таки такие упористые приманки также нормально протаскивают. У меня, повторюсь, до 190 грамм в размере 2,40 с копейками и до
190 и до 140 грамм. Две палочки вот имею у себя, как говорится, в коллекции. Доволен. Ну и хук-кипер есть классический, да. Вот. Ну, и разнесенная неопреновая рукоятка. Да. Просто... Но палочка под мульт, то есть она с курком идет, и первое колечко довольно-таки низкое. Кто ловит на дезерционной катушке, к сожалению, данный вариант не подойдет. Это мультовая тема. Ну и у вас появилась новинка, да? Это бюджетный какой-то вариант в рыжем таком исполнении. Серия удилищ Джоу, это переводится как челюсти, то есть здесь стоит 24-й графит, то есть это углепластик, углеволокно, карбон, кто как по-разному называется. Но более бюджетный, да, получается? Да, более бюджетный. Здесь стоит классический катушка-держатель с нижней гайкой. Такие более классические кольца, керамические, но все равно это удилище, в принципе, в розницу там 3,5-4 тысячи, в зависимости от длины, от размера. Большой очень ассортимент длин размеров, то есть можно и ультралайт подобрать для ловли окуня, головля, или можно подобрать там более такие уже тяжелые инструменты для ловли на крупные приманки, где-то твичить, где-то джиговать. Поджиг они нормально так бы подойдут, поджиг, ну как для начинающих, да, людей. Да, да, вполне подойдут. Вот, также думаю, что и колебло можно покидать, колебло, да? Колебло вообще прекрасно. Колебалки, вертушки, это вот их стезя, скажем так, это то, с чего люди вот подчас начинают знакомство с рыбалкой. Ну, симпатично, в принципе, и бюджетно. Да. Ну все, друзья мои, мы сейчас двинемся дальше, зайдем еще в пару стендов. Выставка, к сожалению, вроде бы как интересная. Вот МИДа палцы стоят, вот, если вот, грубо, их убрать... Мало людей, и как-то масштабность. Вот, Василий, где масштабность? У вас даже вот тут Раполы, представляете, но Раполы мало. Где вот эти вот масштабные выставки, где можно было поглазеть, посмотреть, какие-то вот, ну, мало, вот согласитесь, мало. Вот выставка какая-то. Вот последние выставки были такие масштабные еще до пандемии, да, и, конечно, да. Со времен пандемии изменилась культура потребления людей, да, то есть люди стали по-другому искать информацию, воспринимать ее. Очень много ушло в интернет, и сейчас очень много людей все-таки там выбирают. Да, но мы нужны. Приезжаем посмотреть, пощупать, не купить, но хотя бы пощупать, а купить потом уже в интернете. Да, мы за этим сюда и едем. Сейчас выставки – это, по сути, там второе рождение выставки. То есть, давайте перерождайтесь уже в нормальном направлении. Вот. Люди этого хотят, люди этого ждут на самом деле. Потому что, я говорю, вот МИДа, да, масштабно, все. Но если вот, ну, по сути, вот убрать их, убрать вас, там, не знаю, Волга Бейтс, убрать Релакс, убрать все. Вот Лаки Джон, и то, на что на Лаки Джон здесь? Вот, Павильон Сальма, Лаки Джон. По сути, ну, минимальное что-то. Воблерочков там кот наплакал, как будто, я не знаю, они, это перекупщики стоят. А представители Сальма, ну, там вообще просто, ну, нечего показывать. То же самое этот Lucky John, минимальное какое количество. Где вообще все, где товар? Удивляет вообще, друзья мои, это удивляет. Я думаю, что со временем все это вернется к тому, что мы видели там 4-5 лет назад до пандемии. И все равно интерес есть к выставке. Есть, и есть. Люди приходят и интересуются, и клиенты новые есть, и какие-то можно посмотреть новинки самим, ознакомиться там с конкурентами, с коллегами, да, вот, и какие-то подчеркнуть идеи. Это понятно. Это вы тусуетесь, вы набираете какой-то свой. А мы, простые люди, мы приезжаем посмотреть, пощупать. Поэтому надеюсь, я тоже, что в дальнейшем выставки будут еще круче, еще интереснее. Погнали дальше. Мы на стенде Олте. Это, в принципе, старая фирма. Раньше называлась Рыболов. Да. Многим известная. Много чего интересного у них было. Палаточки, какие-то кемпинговые вещи, воблерочки. Но у них также есть офигенные, как говорят, палочки. Итак, по поводу джиговой тематики. Говорят, есть какие-то прям супер-пупер... Наша топовая джиговая серия, это удилище Томагав. Во-первых, она выполнена довольно модно. Стильно, согласен. Да, ручка из монокок, такой бланк, декоративные вставки красивые. И в чем хороша эта палка? Она очень легкая и очень звонкая палка. Ну и быстрого строя она. Очень быстрого строя, да. Она очень хорошо откликается на любые движения. И у нее очень хорошая чуйка. Палка звонкая максимально. То есть любое касание, это сразу же ты чувствуешь. Рыба, коряга, трава, камень. Сразу чувствуешь, отличаешь жесткое дно, мягкое дно, твердое дно, любое. Цена вопроса? 8000 рублей плюс-минус. Ну, в принципе, да. Неплохо. Материал изготовления у него, основа это 40 тетарей японского производства. Тоже неплохо.
И получилось, что палка получилась именно вот легкая, звонкая и самое, что интересное, очень крепкая. Что удивительно, на самом деле, поначалу были опасения, но когда начали ловить, поломок вообще минимум. Тестов какая длина? Теста там разные. Я вот дал свою любимую палку, которую я лично ловлю. 10.45. 2.45, 10.45 тест. Вот. Это моя любимая палка, я ее очень часто и ловлю, и вот мне она очень нравится. А строй такой у нее универсальный, это типа щука, судак одновременно. Вот. То есть и судака просекает, и на щуке не сильно она жесткая на вываживании. То есть рыбу не сливает. То есть рыба поклевка, и она в лодке оказывается. То есть сходов минимум. Строй позволяет именно так. Что еще интересно, на проводке это очень быстрая палка, очень жесткая палка. Только подсекаешь, включается в работу практически весь бланк. И даже на видео, вот мы пересматривали видео, когда мы ловили этой палкой, и сначала не замечаешь со стороны, а когда видишь вот видео, видно, что палка просто гнется чуть ли не до рукоятки. На рыбе, такой нормальной рыбе, конечно, не на килограммовой, конечно, щуке, а на такой, как 4-5-6 килограмм щуки. То есть, если пойдет большая рыба, палка отработает. И поймано было на эту палку очень много большой рыбы. 8 килограмм, 10, 12 килограмм, судаки по 5 килограмм. Так, не ноль. Это 10.45. Да. А какие еще есть варианты? Максимальный тест это до 100 грамм. Опа. Да, да, да. Минимальный тест до 17 грамм. Но самая, так скажем, такая удачная это середина. То есть 25 грамм, 35-40. Так, давай вот эту палочку оставим, потому что хочу посмотреть ее, возможно, даже я ее приобрету. Так, покажи мне до 100 грамм палку, если она у тебя сейчас есть. Может быть, она, кстати, сейчас зайдет нам, допустим, под какой-то лайтовый троллинг. Ну, в принципе, кстати, вот для тех людей, кто ловит, скажем, ну, такими полуджиговыми палками. Валер, давай сейчас перекинь туда, вот на хлыст. Вот сюда. На хлыст. Видно его? Видно его, да? Вот. То по сути, даже под какие-то лайтовые троллинговые приманки на водоеме без течения. Слушайте, ребят, возможно, даже она вот кому-то реально зайдет. Видите, строй у нее какой? Я думаю, что. Вот до 100 грамм. А длина это? Тут 2,59. Короче, не бывает, да, до 100 грамм? Короче, не бывает. Но это все-таки мы делали эту палку для хэви-джига. Ну, такого, понятное дело, что не для троллинга. Конкретного хэви-джига, когда большие приманки, большие груза, и она это все переваривает. Mm. То есть вешаешь, допустим, стандартные вот эти вот, Как любят спортсмены. Да, я по строгу их называю. Ну, по-умному бигбейты. Там бигбейты под сотку. Он их кидает, этот томагавк, он их кидает, проводит, поклевку чувствует, подсекает и вываживает. Угу. То есть мы сделали для этого. Ну, такой как бы лайтовых бигбейтов, но все равно как бы не все готовы сразу взять палку там до 200 грамм, повесить на нее какой-нибудь там ботинок и кидать его в воду. Нет, нет, достойно, достойно. Да, мне визуально она нравится и тактильно нравится. Палочка интересная. В этой серии есть кастинговая палка. Она больше для твичинга. Вот. Для твичинга, либо для каких-то таких вот около твичевых дел. Это что, 28-30, нет? До 40 грамм. А, до 40? Да. То есть, допустим, какая-то ловля на неогрузку, какие-то еще какие-то такие приманки, полурывковые, рывковые приманки, всякие воблеры. Это вот самая для нее тема. Угу. Ну, симпатично вот, сделано. На очереди здесь троллинговые удилища и удилища для бигбейтов уже серьезные. Это когда нам ждать? Ждать скоро, но пока придется подождать. Да. Но недолго. Подождете. К следующему году? Следите за новостями. Думаю, ты первый об этом узнаешь. Думаю, да. Хорошо, обязательно дайте знать. Возьмем на тест. Так, ну и в принципе у ребят очень много разнообразных, да, и лайтовые, вот да. Головлиная какая-то тема, ну, есть, новые, да? Новые палки у нас вышли буквально вот на днях, ну, образно говоря, какие? Там месяц назад. Это видишь, Апачи. Апачи? Да, Апачи. Она разделяется на, можно сказать, на две части. Это лайтовые и уже средние. Из лайтовых это вот палочки там до 10, до 12 грамм, такого головлевого типажа. Ну да. Ты практикуешь такую рыбалку? Да, практикую. На самом деле, что мне нравится, опять же, они не лапшистые. То есть они такие да. Вот ближе к быстрому строю, конечно, не, ну, то есть не форелевая такая тематика. Я вот считаю, на самом деле, вот, ну, по крайней мере, мое мнение, я вот на что ловлю головлян, то, в принципе, и могу ловить и форель. Потому что мне не нравится вот эта вот, да, вот эта лапша, которую там с этой форелью, там, не знаю, кайфуешь там полдня, там, чтобы одну ее достать.
Головленная палка вполне под форель подойдет. Я думал, что вот эти как раз есть такие вот универсалы. Окунь, какая-то щука, голавль, там даже жереховая тематика. Я взял с собой палку, на весь берега ловишь всеми приманками и не парешься. Да, да, да. Ну, стильненько, молодцы. Вот, ребят, вот, кстати, вот раньше я у вас на стенде как-то вот мимо проходил, наверное, просто людей знал, но как-то вот почему-то не обращал внимания. Но вот эта вот серия Tomahawk, она меня заставила сюда зайти. Реально, палочка очень звонкая. То есть, вот, если сравнивать с какими-то даже дорогими палками, я думаю, что она не уступит. Ну, опять же, это пока вот я лично здесь, на выставке, так говорю, да, на воде я ее не пробовал. Но ребята вот ловят, говорят, что утверждают, что палка очень достойная. Ну, по крайней мере, тактильно, визуально. И в целом она очень достойная. Возможно, мы еще возьмем ее тоже, как бы попробуем половить. Палка ложится в руку просто мгновенно, то есть. Ну, она очень, да, красивая. Взял в руку, уже не хочется ее отпускать. Да. А это немаловажно, на, как, ну, по крайней мере, я. Хочется ловить на какие-то красивые, да, эстетически красиво сделанные вещи, чем, допустим, на какой-то там. Apache, это не только Lighted, есть так. Еще Apache средних тестов. Допустим, меня, вот... меня предупреждали, что тебя остановить невозможно. Так, только давай. Только пристрелить. Вот. Но более... это уже более жесткое. Да, но Apache это не супер жесткие палки. Они немножко деликатнее, допустим, чем Tomahawk. Не каждому палку нужна прям дубина. Жесткая, мощная, прочная. Кому-то надо по палку и более такую гибкую, чтобы она отрабатывала лучше и на поклевке, и на вываживании. Слушай, а во время волны, вот скажем, такая тематика, перебью тебя. Во время волны, да, всегда вот проблема почувствовать судачью поклевку деликатную во время волны. Вот какая палка будет, допустим, из ваших Tomahawk? Tomahawk без вариантов. Это вообще... Она еще и фору даст многим другим удилищам более дорогим в этом плане. Чуйка на Tomahawk просто феноменальная. Apache тоже чует. Что но... творит он со мной? Что он со мной творит? Ну, скажу так сразу, как бы не буду людей обманывать, Apache уступает Tomahawk. Ну и по цене? По цене он тоже в полтора раза дешевле. Apache? Да. Ценник его порядка 5-5,5 тысяч. Вот, ребят, на самом деле, я вот спросил про цену, надо было сначала сказать другую вещь, что вот визуально, ну, тактильно, опять же, вот берешь палку, то есть она, да, классная, но берешь ту палку, в ту палку сразу влюбляешься, то есть вот прям вот реально, как вот в женщину или в машину. То есть по тактильным, по каким-то вот впечатлениям, ну, чувствуется, что это бюджет. Вот. Берешь Tomahawk, чувствуешь, что это не бюджет. Да. Смотришь, если... ценник, смотришь ценник, а это бюджет. Ну да, недорого стоит, но если, говорю, все наклейки, наверное, содрать, то и не поймешь, японец это хороший немец или что это, допустим, какой-то там именитый классный бренд. Да, мы очень рады, что нам получилась эта палка. Прям мы долго ее делали, долго ее проектировали. Когда она у вас появилась-то? 2 года. Долго ее проектировали, долго думали, материалы выбирали, фурнитуру выбирали. И когда она вышла, мы просто были рады, что мы просто вот удовольствие не то, что мы продаваться об этом деньги заработаем, а просто то, что получилось. Удовольствие производитель должен получать удовольствие от того, что он реально смог сделать. Да, он смог сделать и уложиться в деньги просто, ну... Еще такие. Раз, ценник ее? Раньше был 7, сейчас она 8 стоит. Вот. Ну, вполне, повторюсь, нормальная цена. 8 тысяч рублей средний ценник. Это вполне нормальная цена. Это... Для хорошей вещи это очень хорошая цена. Я так пробежался по выставке, что-то похожего находил только 1020. Ну, согласен. То есть она вот и хотел тоже озвучить где-то там, ну, от пятнашки где-то вот и... Что-то похожее можно подобрать. А да. Так получается, за два раза дороже, два раза дешевле, палка намного интереснее. Да, поздравляю, от души поздравляю. Спасибо. Ладно, мы еще освоимся, посмотрим, как бы, да, по приманочкам посмотрим. Здесь еще у ребят есть головлиные тематики, небольшие воблерочки, что я люблю погонять. И есть у них твичевые приманки. На самом деле, приманки, может быть, мало кому известные, но на данной приманке даже ловит Константин Кузьмин. Итак, пойдемте посмотрим сейчас, что-нибудь там. Еще погуляем у вас. Спасибо большое. Ну что, друзья, вот мы и добрались до второй выставки, выставка в Экспо. Посмотрим, что представлено здесь, сколько здесь народу и что здесь есть интересного. Погнали! Волшанка первым попадается. На стенде очень много народу, здесь и катушки, и палочки. Говорят, что они ударились в этот раз в карповую тематику. Идем дальше. Прикормки Миненко, снасти здравствуйте.
части. Первый стенд, который мы сейчас посетим, это будет Fashion Trail Виталий Шинди. Человек делает свои приманки с офигенной покраской. Пойдемте посмотрим. На выставке мы представляем воблеры Шиндин, бренд российский. Приманки делаются полностью в России, из российского пластика, из российскими руками. Все это красится, вручную обрабатывается. Весь дизайн, это лично я подбирал, они флюоресцентные, все разные, под разные условия ловли, под разное освещение, под разную рыбу. И сейчас мы представили новые расцветки в этом году. Вот такие интересные расцветки. Можно посмотреть, как она выглядит в ультрафиолете. Red Devil. Обалденно. Вот. Просто полосочки. Это в коробке, наверное, не будет передавать. Вот. Можно его снять как-нибудь попробовать? А мы сейчас его снимем. А мы вот давайте на большом. Вот у нас моделька Scout. Поисковая модель. Он у нас суспендер. 130-й. Здесь уберем. Да, почти не видно. Нет полосок. Но на самом деле полосочки у нас на солнышке точно будет все видно. Около метра заглубления. Рыскающий, можно в проводку ловить, можно stop and go. Твичить можно. Моделька интересная. Это больше щучий вариант или щука? Это щучий. Щучий судак тоже на нее берет, но больше щучий. А северные рыбы какие-то? Нет, не пробовали? На север пока не ездили. Вот. Ну и, наверное, нам на данный момент интересно троллинг. Очень рекомендую фосфорный, светонакопительный. И опять же новая расцветка Dead Roach. Это такая вяленая плотва. Тоже сейчас мы на нее посмотрим, как она в ультрафиолете работает. Ну, во-первых, фосфорный у нас будет прям светиться. Телефоном можно посветить фонариком, и он будет работать. И Dead Roach у нас тоже. Интересно. Нет, цвета очень интересные, очень насыщенные краски, и они реально такие прям яркие. Если рыжий, то рыжий прям, и причем это скрытые, есть интересные какие-то вот такие флуоресцентные вещи. Я мало у кого такие видел. Да. Все с душой сделано, все продумано под разные условия. Для прозрачной воды, для мутной это воды. Это заглубление у нас до 3,5, до 4 метров, я думаю, можно загнать, да? 3,7 можно. Смотри, какой шнур и насколько отпускать леску далеко. И, соответственно, если шнур у нас не очень толстый, и отпустить леску подальше, он может зайти и 4,5. А по поводу полетных характеристик, если, допустим, в заброс ловить, тоже, в принципе, так нагоняем. Ну, хорошо, у нас в заброс ловят, заброс и щуки, и судака ловят на эти воблеры. Вот. Краска, покрытие держит 50 щучьих зубов, 50 рыб, все хорошо, он держит. Хорошо, это такую красоту сразу как-то испортить не хочется. Да. То есть краска держится хорошо за счет пластика. Здесь использован ABS-пластик российский. То есть китайцы, японцы, американцы, они используют совсем другой пластик. Он у них более хрупкий, может быть более звонкий. Здесь не такой звонкий, как у американцев, китайцев. Вот. Здесь именно наш. Он более упругий, и при ударе о камни он просто отпружинивает. Лопатки не ломаются? И лопатки как раз именно не ломаются. Именно от этого.
Вот. Ну и, соответственно, к этому пластику хорошо липнет краска. То есть хорошо держится, и там грунт, все как надо, то есть по технологии. Воблеры изначально шумовые, да, идут? Они идут шумовые. Да. У нас есть модели не шумовые, но это отдельная история. То есть для зимней рыбалки у нас есть моделька, вот такой вид. Он так и называется хаш, тихий. Вот эти у нас модельки, они идут тихие, там шарики есть, но они приглушенные, 15,4 грамма. Ратл, он самый громкий, но тоже мы проверяли, да, работает даже по форели, по прудовой форели зимой. Летом работает и паук-окунь шикарный, вот у нас показал в Астрахани отлично вот этот результат. Ратл большой? Да, вот он 75, 14,2 грамма, окунь с удовольствием его ест, там это 150 грамм окушки с удовольствием едят. А также у нас фат. Крутейшая модель, на самом деле, можно и в отвес. Он широко уходит, колеблется. Мы, кстати, можем подойти к бассейну и посмотреть, как он плавает. Ну, ради интереса, да. сейчас сходим. Сейчас сначала здесь закончим. Какие еще у вас есть интересные модели? Слышал, попера у вас хорошие, да? Попперы – это просто наш конек. В прошлом году был бум по попперам. Были, вот, наверное, самые популярные – это 80-е. Но также по окуню 65-й поппер. И самый маленький – голавль, с удовольствием кушает язь, окунь также 45-й, 3,6 грамма. Летят они хорошо? Отлично летят, полетные у них одни из лучших. То есть многие рыболовы уже оценили, соответственно, там половили, и как бы прямо твои воблеры отлично летят. То есть несмотря на то, что, может быть, там нет модных японских систем дальнего заброса, но он сконструирован так, что шарик перекатывается как надо и летит отлично. Вот. При движении становится в нужное положение, рыбка реагирует замечательно. Ну, вот эти модели уже всем известны, и можно посмотреть в новых цветах, как они выглядят. Но это больше какая тема? Это окунь, твич, он заглубляется 0,4-0,6 метра, ну полметра примерно идет. Поднимает окуня даже с большей глубины. По щуке у нас вот эта моделька выше, айван. Вот эти модельки, вот, яркие особенно, щучка у нас любит. Для прозрачной воды Natural Bleak. Ну это даже может жереховая тема, да? Жерех может тоже клевать, но на него много рыбы клюет, универсальный. И один из самых универсальных, наверное, это кушат. Почему универсально? Его можно и на дорожку ставить, и в заброс ловить, и твичить, и равномеркой вести. То есть как угодно. На этот воблер были пойманы и жерех, голава, щука, судак, форель даже ловили на него. Ну, то есть вот, и даже плотва поймана была. То есть вот моим товарищам мы в лодке ловили, поймали плотву на вот этот цвет. Это hot pepper с красной спиной. Такой вот интересный воблерок. Все с глазками вот такими, которые... Эти глаза видно под водой хорошо. То есть они отражают максимально бликов всех. То есть воблер может не видно быть, но глаз точно рыба видит. Ну, глаза держатся хорошо, не отваливаются? Отлично держатся хорошо. Они под лаком, приклеены. И мы сейчас посмотрим в бассейн, как у нас будет плавать воблер. Показывает бок. Да. Уникально вообще. Широко летает поисковичок. Сколько он весит? Они идут в трех весах: 36 грамм, 52 грамма и 69 грамм. А вот это какой сейчас? Это 52 грамма. Может, так тут полметра глубины. В общем-то, он замечательно работает. Плюс его можно забрасывать, ловить и в заброс. На сильном течении, где нужно пробить струю, забросить. Не, игра очень шикарная. На камеру не знаю, как это прямо передастся или нет, но... И по весу таких ратлинов-то особо нет ни у кого. Ни у кого нет. We'll be right back.
дальше по выставке, наткнулся на стенд, не знаю точно, как он называется, но увидел здесь продукцию Церюбита. Вот. Гипшекеры, гипкренки, да, есть. Вот. Но ценник уже, конечно, не тот, какой был раньше, в пределах 800 рублей. То есть какие-то 900, какие-то 800, какие-то 700. Для Церюбита я не знаю. На сегодняшний момент может быть и нормально, но вообще раньше приманки стоили в районе 450 рублей. Хотя в свое время и бантос стоил в районе 450 рублей. Поэтому я думаю, что возможно ценник сейчас нормальный. Приманки реально очень уловистые. Сейчас я вам поближе покажу. Кому-то может быть интересно. Может, в интернете найдете. Ну вот, одна из уловистых моделей — это дипшекеры 75-м исполнении. Я вам посоветовал, наверное, какой-нибудь. А вот этот цвет вообще убойный. Такой вот. Зеленый обязательно. Какую-нибудь натуралку можно. Красноголовик. Потом 85-й. Давайте я вам покажу сразу белый цвет. Дипшекер. 85-й. В белом цвете просто бомба-огонь. И еще очень козырный цвет, просто безумно рабочий. Это вот такой. Так, вот такой цвет. Он и в дипкренке отлично работает, и в дипшекере. Это, повторюсь, 85-й. Есть у них большие вот такие дипшекеры, но сразу скажу, игра со сбоем, такая ломаная. Я так его и не раскусил. То есть, когда проводим приманку, она как-то вот, ну, нестабильно, что работает, получается. Сломал это, ребят. Подложу сюда. Все, обычно. Все, можно так? Да. Вот, дипкрэнк 600 рублей. В принципе, цена, кстати, более-менее гуманная. И вот этот свет просто бомбил свое время. Я очень люблю я на него ловить. Рабочий диапазон где-то в районе от 4 до 6 метров. Так, вот такого зверя я даже не видел раньше. Ценник не гуманный. Бублера очень хорошие, реально очень хорошие. И ну, даже я соблазнился взять, потому что ну, что-то где-то в других магазинах я особо не находил. Наверное, буду очень сожалеть, что здесь потратил денег. Может быть, где-то и дешевле есть. Но я взял себе там две новые какие-то новинки, относительно новые, которые раньше у меня не было. Взял дипкрэнк 65-й, взял дипшекер 85-й. Вот. Покажу вам сейчас, стараюсь как-нибудь показать, сделать вставку, если я сейчас расчехлюсь. Так, двигаемся дальше.
Так, в Италии мы побывали, замечательные воблера я тоже там взял, кое-что, но там ценник в разы гуманнее, чем у Цуребита на адреналиновском стенде. Так, где-то еще Наутилус, вижу Наутилус, двигаемся к Наутилус. По пути смотрю еще разные-разные продукции. Здравствуйте. Ну вот у них здесь тоже что-то представлено. Олег! Селфи с друзьями, с фанатами, с кумирами. Так, ну вот он Наутилус. Блин, неудобно все одному делать, когда один очень неудобно. Народу прилично на стенде. Итак, друзья, мы на стенде Наутилус. Сейчас посмотрим интересные новинки. Во-первых, костюм. Цена очень довольно-таки приятная, температурный режим и вообще ТТХ очень интересный. И я тут вцепился уже в палки. Вот, 2.32 новинка, старая палочка, которая уже показана мною, опробована, стала одна из самых моих любимых в арсенале. И вот две новинки, 2.32, офигенно, сразу говорю, сейчас покажу ее поближе, мы сейчас попробуем показать строй. Вот, 2.32 с тестом до 150, Антош, да? До 170 грамм. И палочка Бульдог, если тем Monster Pike, то это Бульдог серия, да? Она уже... Monster Pike, Bulldog, BT. А, Monster... Та JB Monster Pike, а это... Так, BB, Big Base, а это BT, Bulldog. BD. Как BB, а это, по-моему, JB было. Это Jack Base, JB. А это JB, Коробка, а это BB, а это... BD. Япон дрым, BD, DB. Короче, сейчас будем разбираться. Это, значит, новая палочка в размере 2.62 с тестом до 9400. Называется Monster Pike Bulldog BD серия. Если предыдущая была 2.02 GB, то это... Все, надо мне опять запоминать-то BD, то есть Bulldog. Вот. Сейчас вот попробуем туда навести. Строй-удилище. В принципе, подходит под нашу тему, я бы сказал, идеально. Единственная палочка длинная, да, 2.62. Но опять же, я знаю, точно ловит и 2.50, и 2.70, чтобы подальше разнести приманки от, друг от друга или от мотора, скажем так. Если мы ловим в одно лицо, конечно, вываживать тяжеловато. Но если мы ловим вдвоем, проблемы вообще никакой нету. Палочка протянет и как халкообразные приманки, и бандосообразные, и бланк передаст игру мелких приманок каких-то с небольшим заглублением, с небольшой, скажем, ну не совсем миношной лопатой, так, да, которые твичевые, да, а какие-то вот приманки в диповом исполнении, то есть небольшие миноки, но с диповой лопаткой, вполне нормально, она не будет нагружаться, допустим, да, но мы ее почувствуем игру именно через бланк в руку. Вот. А под такие всякие приманки, как, я не знаю, там, раповые, танцоры, там, да, Кристал Минова от Юзури, что маленькие, что большие, что 70-е, что, допустим, 110-е, 120-е, вот, бандосы, халки, повторюсь, рефранеры всякие, шторма там разноплановые, все это палочка протянет. Но она, сразу говорю, да, то есть 2.62 с тестом до 400 грамм, запас прочности огонь. Возможно, даже эту палочку можно будет использовать по самой тематике, ловить на квок. Опять же, длинновато, но может быть кто-то использует такие палки. Даже, наверное, можно для бросковой ловли, опять же, берегового сама, с берега. Вообще, конечно, надо понимать, что данные палочки созданы вообще совсем для другого. Не то, что сейчас я вам это объясняю и говорю, да, что это ребята создали для сама палку, для троллинга. Нет, о нас вообще забыли. Ну, как забыли, имеется в виду. Не забыли, конечно. Но тема эта на самом деле другая. То есть это под большие, это бульдоговская тема, да, под большие приманки. Правильно, Илья?
Илья мне помогает, мой тезка, снимать. Я взял на себя ответственность такую. Вот. Сейчас, короче, покажу вам еще одну палочку. Новинка. Тоже новинка. У Nautilus. Это 2.32. Я ее держу впервые в руке, как и бульдога. Это 2.32 Monster Pike BB. То есть та, если BD, да? Та BD, это BB. А моя та старая палочка, которая 2.02 GB. То есть та джерковая приманка. BB это как еще раз? Под Big Bait. А та BD под бульдоги, под большие, еще под большие приманки, под самые огромные. Вот. Итак, Monster Pike BB с тестом до 60-170, до 170 грамм в размере 2.32. Ребят, короче, взял ее в руки и как предыдущую палку, давай попробуем, как настрой там не отсвечивает. Предыдущая палка, которую в том году я познакомился, с ребятами познакомился, и с палкой 2.02 с тестом до 150 грамм. Вот это, короче, я вам пророчу и говорю, что это будет хит сезона. Я вообще не знаю, не то, что хит сезона, это будет народная палка в трейлинговом направлении. Опять же, повторюсь, это изначально создано совсем по другие темы, по другую тематику. Но у меня лично в коллекции ни одной чисто троллинговой палки нету. Они или джерковые, или вот какие-то пилкерные морского плана палки, там под бигбейты какие-то. То есть палочки из хорошего высокомодульного карбона, которые могут передать в руку нам именно поклевки, мельчайшие поклевки судака. То есть, повторюсь, я ловлю как троллингом в один спиннинг. Я именно держу спиннинг в руке не потому, что мне его поставить некуда, а чтобы мне почувствовать деликатные, повторюсь, вот эти нежные, вот эти джиговые судачьи поклевки. Не когда уже приманку схватили, да, когда уже, допустим, все, схватил судак приманку и загнул палку. Это мы не поймали, это приманка поймала. Это как бы не считается, это самозасечка, это просто рыба попалась. Это так раньше ловили троллингом, ну, по сути, все. Вот. В моем варианте я подсекаю, я опережаю события, то есть как при джиге. Тычок, подсечка. И чтобы быстро просечь судака, чтобы он не развернулся, не ушел, он, да, кстати, многие думают, тройники, двойники, много тройников, и он, короче, вешается. Нифига. Неоднократные были ситуации. С людьми на примерах могу привести кучу примеров. Люди, новички приезжают, допустим, с приманкой, да, новая приманка, и говорят: Илья, мы поймали всего одного судака, и ни одной поклевки не было. Я говорю: дай мне сюда приманку. Вот. Смотрю, вся приманка уже там за два дня у него вся избита. Я говорю: у тебя поклевок было просто немерено. Он говорит: как так? Я говорю: я поймал одну рыбу, а была одна поклевка. Я говорю: нет, ты поймал просто одну рыбу, твой воблер поймал, а все остальное ты прошляпил. То есть ты мог бы поймать 10-15 хвостов, тогда неизвестно сколько. Вся приманка побитая, прям вот именно с зубами, клыкастиком. То есть такой тычок, он разворачивается. Я не знаю, как он все это делает. Как он исполняет, это непонятно. Но разворот и уходит, все. Не подсек, не поймал. Вот по сути, как при джиге. Самозасечки бывают. Рыба вешается, люди так и ловят. Но если ловить на именно подсечки, на хорошие бланки, чтобы прочувствовать эту поклевку, то есть бланк должен быть хороший, удилище должно передавать нам в руку все, тогда ловить будете в разы больше. Отвлекся, конечно, меня не остановить, проще застрелить. Итак, значит, палка 2.32 с тестом до 70 грамм. Друзья мои, если вот она, не знаю, влезет, не влезет, это прошлогодняя палка, на которую я ловил, да, она покороче 2.02, это 2.32. И та палка просто бомба. 2.02, я говорю, это уже проверено, просто единственное, ну, для кого-то коротковато, как по мне, так это нормально, особенно одному очень удобно вываживать, просто, ну, палочка коротенькая, удобно вываживать. Если ловить вдвоем, да даже не только вдвоем, и 2.32, это, в принципе, универсал такой, не короткая, не длинная. Палочки бомбические. Не буду больше повторяться, коли мы стоим сейчас в замечательной куртке, это тоже новинка, которая будет представлена, нет, представлена уже сейчас. А продаваться она будет осенью только, да? Куртка до минус 25. Но у меня язык отваливается. Мы сейчас поменяемся с Ильей, с моим тезкой, местами. Тем более я о ней ничего не знаю, об этой куртке. Даже не куртка, это костюм, об этом костюме. Поэтому расскажет, наверное, о нем он, а я немного отдохну. Да, добрый день, друзья. Рада представить вашему вниманию
нашу новинку. Это зимние куртки под названием Nautilus Comfort. Название говорит само за себя. В этой куртке будет достаточно комфорта в любую холодную погоду. Ее температурный режим от 0 до 25 градусов, но правильно подобрав первый и второй слой, вы можете его расширять как в большую, так и в меньшую сторону. Соответственно, вы сможете ловить и ранней весной, и поздней осенью, и, конечно же, зимой. Куртка состоит из, костюм состоит из куртки с удлиненным низом, огромным количеством функциональных карманов, заниженный полукомбинезон. Скроено все максимально функционально для того, чтобы можно было не только сидеть в тепле, но и хорошо и приятно двигаться. Естественно, предусмотрен отстегивающийся капюшон. Вариантов расцветки две. Для тех, кто любит поярче, красное. Для тех, кто любит более сдержанный стиль, черное с синими элементами. Ну и, конечно же, по всему периметру куртки предусмотрены светоотражающие надписи. Несмотря на то, что комбинезон заниженный, очень хорошо защищена задняя часть. То есть поясница у вас будет всегда закрыта. Она выше, если подлезть, мы руки им оторвем. Но она, короче, где-то вот отсюда получается. Да. Задняя часть выше, и она прекрасно закрывает поясницу в любом положении. Как стоя, так и сидя. В нашей модели применены новейшие ткани мембранные с показателями 10/5. То есть дышимость 5 – это вполне достаточно для холодного времени года. Плюс, опять же, все вот эти утяжки, стяжки, все эти моменты помогают грамотно либо запаковаться, либо распаковаться, если станет уж совсем жарко. Ветер держит, а дождь? Дождь, да. То есть не без дождь будет держать? Показатель 10 тысяч – это такой средний дождик осенний в течение всего дня. То есть это реально держит. То есть осенний дождь в течение всего дня будет играть? Да. Это не летние ливни какие-то грозовые, но осенний дождь, да, для чего он сделан. Как бы. Так, что немаловажно, друзья, данный материал будет еще держать дождь, как производитель обещает. То есть моросящий осенний дождь на протяжении всего дня, да, будет держать? Совершенно верно, да. И материал ветра, как он правильно, ветрозащитный? Ветронепроницаемый. Ветронепроницаемый, да. Ценник в розницу? В розницу это будет стоить 20 990 рублей. Короче, 21 тысяча. 21 тысяча, да. Это уже точная цена, да? Или? Да, это рекомендованная розничная цена. Да. А когда ждать его? Появится он уже, я думаю, осенью. Конечно же, как всегда, у нас на выставке представлено много новинок. В данном случае я держу новинки из разных серий. Это микроджиг, это джиг и это твич. Но все объединяет одна концепция. Концепция монокок. Да, сейчас очень популярна эта тема. Да, это расширение бланка, которое служит резонатором, помимо всего прочего. Облегчает бланк и при этом делает его чувствительным порядка 20-30%. Как модели называются? Модели называются для микроджига Black Moon. Так. Это какой тест? Это тест до 5 грамм. Угу. В серии самая тяжелая палка до 11 грамм. Угу. Так, следующее это... Следующее это Yeji Taka. Судя из названия, сразу понятно, что Yeji это имеет какое-то отношение к кальмарам. Кальмаровой ловле – это кальмарка. Кальмарка. А кальмарка популярна сейчас в городе Кюджике, по-моему, нет? Да. Джиг – это жерех, это ночной судак на перекатках, там, где нужна невероятная чувствительность и бросковые свойства. И третья модель – это Bass Pro. Это классические твичинговые модели. Представлены как в кастинге, так и в спиннинговом исполнении. Так, длина у кальмарки? У кальмарки длина 8,3 и 8,6. Это получается 2,52, да? Да. 2,52 с тестом 5,25. А тест больше бывает? Нет. То есть кальмарка такая, да? Да, это мы сделали. И это правильная самая кальмарка с правильным самым тестом. Так, а это твичевая? Твичевая с тестами до 38, до 28 классическая унцовка, до 42. То есть этими моделями мы можем перекрыть, в принципе, любые потребности так, любителей давай твича. Давай попробуем показать вот это устройство. Давай сначала кальмарочку возьму, как она заинтересовала. Это кальмарка, да? Это кальмарка, да. И, наверное, по хвосту будет видно подловка, да? Да, по хвосту не только будет видно, но и... Слышно. Слышно, да, потому что монокок – это сила, на самом деле. Угу. Так, микро. Так, джиг. У
этого удилища Black Moon есть еще одна особенность. У него жесткая карбоновая вклейка. Это что значит? Это значит, что оно будет сочетать в себе свойства солидной вершинки, то есть визуальную составляющую, но при этом не потеряет чувствительность, потому что она из карбона. Карбон там, тут смесь карбонов от 28 до 36 тонн. Слушай, ну это можно даже какой-то как микроха, как микро какой-то джиг, микро это, да, что-то. Да, это есть микро джиг, да, это для этого и сделано. Ну даже, наверное, вот принцип лайт, окушка немножко подавать, может форели вытемнять, нет? Вполне, вполне подойдет, да. Так, следующий нам. Твиченко. Ого. Это классическая бедушка. Да, это такой классический басовый типаж. Колообразная короткая палка, которая... Вот так вот пропадают вещи людей. Ничего не чувствуют. А мы все чувствуем. Палочка-то вот-то звонкая. Так. Ну, это реально твичи. Прямо, я бы сказал, что это... Слушай, наверное, даже и рудру протянет, да? Рудру протянет, любая. Оно правильно, это же 30 с лишним, подожди. Это... А, нет, да, 38 грамм, я думаю, 28 граммовая. Этой палкой можно протянуть не только рудер, но и 158-й да, поинтер, да, и 160-й, да, какие-то вобера упористые. Да, даже кто-нибудь, наверное, и под троллем придет. А вот унцовка в этой серии легко протянет рудру. А еще есть тяжелее? Унцовка, нет, легче наоборот палка. Легче? Да, но при этом она протянет рудру. Там более высокомерие. Итак, друзья, ну, в принципе, вот не буду я распыляться, здесь у ребят очень много и палочек, и катушечек, и от джерси, кстати, Илья, расскажи про джерси, если тоже знаешь какие-то характеристики джерси, у них волшебные. Во-первых, они реально красивые, и в них, как сказать, в них в жару, то есть если выходить на воду в Астраханской области, у них не жарко. Реально не жарко. То есть это хорошие, качественные джерси. И что очень интересно, они сделаны, ну, красиво сделаны, то есть стильненько. Расскажи, что там за материал, не знаю, что ты знаешь, мы ничего не знаем на эту тему. Мы ничего не знаем на эту тему, мы, короче, поймали одного человека, кто расскажет. Так, друзья мои, еще одного человека встретили, специалиста в джерси. У ребят есть офигенные джерси, а я уже говорил же. Так, и вот человек нам рассказывает сейчас про джерси. Добрый день, представляем вам на стенде одежду от Наутилуса. Ну и в первую очередь, конечно, джерси – это одежда для летних рыбалок, для Волги, для каких-то жарких дней. Что про нее можно рассказать? В первую очередь, это, конечно, материал. Материал суперсовременный, суперинтересный. То есть, как бы это обладает такими качествами, как охлаждающий эффект. То есть, великолепно продувается, великолепная защита от солнца. То есть, любую жару, любую солнечную погоду вы никогда в нем не обварите. По УПФ это плюс 50, то есть, это огромное значение. То есть, можно использовать, можно ходить там... В любую температуру еще... Ну, в Астраханской области мы уже тестили, да, да, то, да, есть то есть просто как бы, офигенно. Мы постоянно сами ездим туда на рыбалку, выходим в них, и ни разу никаких проблем у нас не возникало. Помимо всего прочего, этот материал очень износостойчивый. То есть, как бы, это синтетика, которая очень износостойчива. Плюс сама покрытие, сама краска, она практически не теряет. Не выцветает, да? Не выцветает. Можно... Сколько раз уже стирали, допустим, есть примеры? Огромное количество, ни разу. То есть, вот сколько мы используем этот джерси, то есть, как бы, ни разу не было проблем именно с выцветанием чем-то еще. В отличие от хлопка, ни пот, ни что, то есть как бы не выжигает ее. То есть вот ее купили, она останется такой же на долгое время. Ладно, ладно, прям рекламу насыпал очень, ну, много, конечно. Молодец. Слушай, есть очень классная вещь еще, подожди, красава, красава, остановись уже. Так, вот смотрите, короче, белую штучку, вот эту вот, достань ее, пожалуйста, прикинь ее на себя. Это просто бомба, на самом деле, это вот задумка очень интересная. Фишка с капюшоном, сейчас покажу. Когда сильная жара, обгорает все, и шея, и уши, приходится как-то ныкаться. Здесь фишка просто бомбическая. Можно закрыться, укутаться до самого носа. Вот, друзья мои, вот в этом и заключается фишка данной джерси. Как модель это называется, друг мой? Эта модель называется вот так, джерси с капюшоном. Подожди, да. Красава, джерси с капюшоном. Короче, реально рекомендую. Да, в чем ее преимущество? Во-первых, руки можно закрыть. А, вот, как, да, то есть вот руки она закрывает там от обгорания. Плюс она более длинная, то есть как бы, и плюс она вот здесь застегивается. Великолепная штука для ловли на море еще. Помимо... Сколько такое чудо стоит у вас? Такое чудо у нас стоит столько же, 2150 рублей. 2150 рублей. Ну, слушайте, нормальные деньги для хорошего качества.
щуки, да? Кто да, есть судак, есть щуки, планируются головли. Я думаю, по просьбам трудящихся можно и сама нарисовать. Буфалу только туда не клепайте, буфалу не рыба, уже в курсе, да? Да, да, да. Так, вообще, короче, это такое какое-то перфорированное, как бы вот не просто. Ну, это лазерная гравировка. А, вот, это правильно. Лазерная гравировка, лазерная, да. То есть это не вмято, это не что-то, это именно лазером выжжено на самом материале. Это достаточно дорогая технология на самом деле. И говорят о том, что фабрика, на которой это производится, достаточно технологичная. Сам по себе флис мягкий, приятный на ощупь, да, с двухсторонним ворсом. Если обратить внимание. Такое ощущение, что прям вот какой, знаешь, что вот, когда флис берешь, а он какой-то, и мурашки пошли вот это. Какой-то синтетический, да, совсем. Да, а еще все заусенцы он... цепляются, там вот это. Да, в этом, да, такого нет, да. Это очень качественный, да, флис, да, на самом деле. Сколько так стоит красота? Недорого? Цена этой красоты будет озвучена после выставки. Секрет? Это пока секрет, да. Скажи мне по размерам, допустим, если костюм, кстати, если костюм, если у меня L-ка, костюм надо брать M-ку. M-ку, вот, да, так, да? А с этими, да, с этой историей? Такая же история, да, но при этом... Дальше померю. Какой размер? Это L-ка. Это L-ка, сейчас померю я L-ку. Да, будет чуть великовато, когда... Ну ты не просто держи, ты для меня снимай. Так. Я не знаю. Ну да, рукава. Это L-ка, да? Это L-ка. То есть лекала европейские? Ну, в принципе, можно и L-ку, наверное, одеть. Вот у меня, в принципе, размер... Если под нее что-то пододевать более плотное, например, там термуху какую-то жаркую, тогда да. Так, а M-ку давай покажи. Если а M-ку не покажу, нет ее. Ну как же так? Ну так. Это очень большой что дефицит. Блин, ну короче, да, М-ка, наверное, можно. М-ка, наверное, можно, будет плотнее, да, сядет, будет, и она не будет, не будет под курткой, скажем так, сваливаться, как это назвать правильно. Все, у меня куча помощников сегодня.